Доброе утро, друзья, подписчики и все, кто выжил и дожил до сегодняшнего утра. Мы с вами находимся на Невском проспекте. Сегодня солнечный день, погода шикарная, обалденная. А мы спускаемся в подземелье и переходим на ту сторону. Погода шикарная, ветра нет, солнце светит, дождя нет. Просто удивительно для Питера. Очень удивительно. Ну да. Для Питера это в это время года еще вдобавок, да? Это вообще редкость. Вот перед нами Елисеевский магазин знаменитый. Театр комедии. Сейчас дойдем до Елисеевского, повернем на Малую Садовую, да? Малая Садовая. Мы вообще не помню, когда здесь были в последний раз. Мы были в последний раз 11 августа, перед отпуском я подстригалась. Да ты что? Да. 2,5 месяца. Ничего себе! О, как! Что они нам предлагают? Двойная пепперони в подарок. Ну, нам это не надо. А мы поворачиваем сюда. Погода шикарная просто. Памятник фотографу. Здесь, на Малой Садовой, сейчас установлен стенд. В наше тяжелое время 2020 года, когда по всему миру бушует COVID-19. Здесь разместили стенд с питерскими, да, врачами, докторами, кто погиб, кто умер на рабочем, при исполнении, да, на рабочем посту, на рабочем месте. Да, дом отреставрировали, сняли. Просто шикарно тут стало, конечно. Вот, хотели снести, убрать этот стенд весь, да? Но потом решили, что все-таки этого делать не стоит. И вот это врачам, всем врачам, кто не вернулся. Старший врач, психиатр, подполковник медицинской службы, военные доктора, Фадеев Алексей Владимирович, 54 года, врач УЗИ, доктора, очень много с военно-медицинской академии. Благослови врачей своих, Россия. И смотри, разницы нет, да? Антонова Антонина Ильинична, 84 года. Центральная станция скорой медпомощи, уборщица. И тут же Бабаянц Элла Львовна, 50 лет. Доктората 50 лет, 55 лет, 56 лет, 57 лет, 60 лет. То есть абсолютно нормальные по возрасту люди, там 66, как можно определить, 63 года и 33 года. Яровой Дмитрий Андреевич, врач-офтальмолог. Как это можно сравнивать, да? Не в возрасте дело вообще.
40 лет, 63 года, 52 года, 52 года. Молодые люди, молодые и пожилые. Федор Марьянов, 59 лет. Лужник Александр Анатольевич, 52 года. Преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья Павлова, Санкт-Петербург. Архипова Гелия Ивановна, 93 года. И в то же самое время Курбанова Надежда Михайловна, 64 года. Добрая память, земля вам пухом. Вообще вот Цапулина Ольга Николаевна, 42 года. Молодая девушка, медицинская сестра. Это жизнь. Это смерть. Она не убирает. Скорбим и помним.